И снова здравствуйте, как и обещали, победитель в студию, Алексей, поздравляю с победой. Ну, первые эмоции, как игралось, как боролось? Спасибо. Турнир был, конечно, очень тяжелым, особенно с моим интернетом сегодняшним. Видимо, воскресенье, вечер, не знаю, все в интернете сидят. Конечно, Почему все так твою было? игру смотрели. Да, и очень тяжело было. И одна партия даже 1 плюс 0 была. Почти Армагеддон там, если я проиграл бы, то все, матч заканчивался. Но именно в этот момент интернет не подкачал и удалось выиграть. А в остальных я примерно даже с запасом где-то шел. С небольшим, но с запасом. Тайбрейков не было. И вообще я очень хорошо сегодня играл. У меня по дебюту всегда хорошо получал. И эндшпиля очень хорошо получались. Да, мы обратили Да, мы внимание. отметили как раз-таки то, что критический момент здорово останавливался и находил то, что надо. Чувствовал здорово позиции. Классно. Красавец, поздравляем. А ты скажи нам, пожалуйста, что ты прокричал, мы не знаем, что ты после того, как у тебя остановилось время, А, и последнюю партию сборником, Да, сборником и с да. Что там были Нейманом за у тебя. слова, которые Да, мотивировали последняя тебя на партия, мне последнюю ничьи партию? было достаточно, но позиция там вы видели, да, что там Выиграно, как да. угодно ничью делал я, понятно. У меня интернет отключился. Там вообще даже Яко играл на победу, я почему-то забыл, что это последняя партия. Интернет, ну, ругался очень А сильно, что ты ругал? можно даже Ругался матом. с хорошими словами или нехорошими? Скорее, нехорошими. Понятно. Ну, Но не было бы главное, счастья. удалось, да, удалось после вот такого отключения настроиться на этот не Армагеддон, но тайбрейк и выиграть на тайбрейке, на нервах переиграть и пройти дальше. Но победа Но одержана, выругаться помогает в этот да? момент. Да. Хорошо. Впереди чемпионат по скоростным шахматам, то есть мы готовишься, будешь готовиться. Там такой состав Я первый знатный. раз там участвую, я не знаю, с кем я буду играть. Наверное, в первом круге уже с кем-то очень сильным. И буду стараться показать хорошую игру. Не уверен, что там будут шансы далеко пройти, даже первый круг. Но Ну, почему? С такой хорошей игрой, как сегодня, все возможно. Почему? Так что здорово. обычно те, кто отобрались там из вот такого турнира, как я, там на Накамуру сразу попадают. Боюсь, что с ним не так много шансов. Ничего. Ну, я уже с ним играл, были шансы небольшие. Во всяком случае, хоть как-то было дело. Болеть в любом случае будем. Да, ты рассказывал, что ты отбор играл не дома, да? То есть ты Да, вчера стартовал. я играл в Сочи, командные чемпионаты России по рапиду и блицу. И мне повезло еще, что закрытие было относительно рано. В 5 часов вечера я успел 8 часов поиграть этот турнир. Я, кстати, даже не особо и надеялся куда-то попасть, но все хорошо получилось. Ты не только его отыграл, да, ты, ну, Накамуру мы не Да, считаем, он да, вне конкурса, ты выиграл, можно сказать, турнир вчерашний и да. Да. сегодня. Почему-то в этом турнире не так много людей играет, как будто немногие знали об этом Да, это турнире. удивительно. Вообще во всей серии Гран-при субботней я тоже обращала внимание, что во вторнике там 1500 всегда человек, а в этих турнирах, где и призовой фонд больше, и отбор идет, да, в чемпионат по скоростным Да. шахматам, по 150 играют человек. Ну, ладно, тем интереснее обычно. Но титульники гораздо сложнее давались. Ну, я думаю, что Лешу уже можно окрестить как специалиста по американцам. Напомню, что не так давно он феерию сотворил в матче чародеев против сборной Олимпийской Америки. Так что Да. сегодня лишь Нимана обыграл в финале. Но Так впереди что Накамура, как мы поняли, да? То есть как бы. да, Накамура после этого вообще будет легкой прогулкой, я считаю. Отлично, отлично. То есть есть к чему стремиться. А планы какие ближайшие, кроме чемпионата по скоростным шахматам? Ты в Гранд Ригу Слис. едешь? Да, Да, Гранд в Слез? Ригу Ага, еду. вот, отлично. Что еще и после, возможно, в Ташкенте будет турнир. А, Не еще и знаю, после. буду играть, да или Кубок нет. президента, да? По-моему, там будет серьезный турнир. Ну да, я боюсь, что как бы это еще с этим блицем не наложилось. И два турнира очень сильных подряд.
тяжелый график очень будет. Ну и во время турниров офлайн еще онлайн там матч с Накамурой. Понятно. Отличный. Отличные планы. Очень будем ждать. Будем ждать новых встреч. Желаем тебе удачи тогда в Риге. Надеюсь, увидимся и да, и новых Ну, побед. последний вопрос как раз нам задают. Чей плакат у тебя сзади? Это Мао Цзэдун или кто это? Плакат Михаила Таля. Да, Ну вот. Михаила Таля. Эх вы, Ничего себе. какой Мао Цзэдун, да? Кто бы мог подумать, да? Ну что ж. Да, и детского первенства России. Пешка. А что-то он держит в руке или что-то показывает? Голубь, что ли, Просто у так. него? Голубь, голубь. Браво. Ну, отлично. 2009 года. Ну вот в Риге у нас Блиц как раз будет Как раз таки, да, мемориал возьми его Тали. с собой в Ригу, на фарт повесь у себя в номере. И глядишь, он за тобой тоже присмотрит. Ну, еще раз поздравляем, Алексей. Спасибо. Как я уже сказала, до новых встреч и всего самого доброго. Не болейте, это всем нашим зрителям. Играйте в шахматы, скоро увидимся. Красавчик. Молодец, пока. До свидания.